Ребята, всем привет, с вами Настя Лир. И да, я с вами не виделся, надеюсь, вы меня не будете сильно злиться. Просто я сильно-сильно ленилась, ну да ничего, я исправилась. Ну теперь, в сегодняшнем видео я хотела бы вам объявить о конкурсе, который стартует на моем канале, да. Он будет довольно-таки интересный. Ну и формат я, можно сказать, позаимствовал у Коды, ну по обоюдному согласию, так что не надо орать типа плагиат, фу, отписка, дизлайк. Не надо, пожалуйста, все официально, все нормально, как бы, да. Ну, к этому попозже. А сначала я хотела бы рассказать о собственно событии, из-за которого, так сказать, я решила устроить конкурс. А конкретно это такое число субскраберсов. Да, мне нравится называть субскраберсы. Я это как-то так вывешивает, ну да ладно. Да, очень рада, что вот такие вот цифры просто... Я еще офигеет количество просмотров, ребят, спасибо вам огромное, мне просто безумно приятно, что и все эти, оба этих показателя очень велики для меня, они постоянно растут, не стоят на месте, очень это классно, спасибо вам еще раз огромное, и в честь этого я хочу устроить конкурс, давно просто их не было, таких довольно-таки классных. И да, как я уже говорила, формат я немного повзаимствовал Коды, но сейчас я вам, в общем-то, об этом расскажу. Сначала о призах, конечно же, а потом уже о том, что вам нужно сделать, чтобы постараться что-то из этого выиграть. А значит, я создала вот такую вот папочку, называется «Пока», то есть, типа, я скажу этим лошадкам «Пока». Конечно, тупое название, но да ладно. И, в общем-то, здесь собраны лошадки, которых вы сможете выиграть, участвуя в моем конкурсе. Во-первых, тут, значит, у нас есть... два ослика, киберг, чернышка. Потом тут есть исландские лошадки. Вот Памела, Деймон, Маунти, Ния, Файер, Громчик, Отинец, Фэнзи, Наследственный, Мика. Еще также здесь есть два тяжеловозика. Это Лили и Стив. И это Першерон и два этих, господи, Шарика. Вечерняя и Хатаку. Ой, точнее, Хатаку. Это... Я забыла, Шайер. Вечерний тяжеловозик. Ну да ладно. И теперь вот основные такие классные еще лошадки, которых вы сможете выиграть, это первая лошадка, ее зовут Sad Girl. И да, перед тем, как я вам всех покажу, я хочу сказать, что очень многие лошадки, которые классные, они очень долго жили у меня, мне даже как-то немного жалко с ними расставаться, но все ради вас, ребята. Так что, наверное, вам будет приятно все-таки, потому что эти лошади реально долго были у меня, сидели там в моей этой коллекции во всякой, но я решила, ладно, почему бы нет, устрою конкурс на них, надеюсь, вам будет приятно их выиграть. И первая лошадка это вот Sad Girl. Очень она классная, но при этом такая грустненькая, что-то... Ой, что-то у нее такой очень классный пейзаж. Это значит у нас... Что я сказала? Ладно, забудьте, вы привыкли. Да. У нее, значит, есть философский камень, такая вот натяжечка прикольненькая. Очень она мне нравится, она безумно вообще красивая, с такими волшебными крыльями. И да, это самая первая лошадка, которую вы сможете выиграть. Если вы удачливый. Ну, а условия участия попозже. Сначала расскажу вам о всех призах. И следующая примечательная довольно-таки лошадка, которую вы сможете выиграть, является коняшка Лайт. Мне он очень сильно нравится, он просто безумно классный. Я его покупала когда-то давно, у него тогда были навыки, ну, к тому времени довольно-таки хорошие. Ну, и мне так показалось, что они были хорошие. У него НЛНП 100, то есть хороший он производитель, ну, довольно-таки. Просто я помню, что я не предлагала случки, я уже купила его с этими случками. Вот у него сколько побед. Очень классный конь тоже, я его очень сильно любила в какое-то время. Я его сейчас тоже люблю, но надеюсь, вам будет приятно его выиграть. Да, если вы его выиграете. Господи, конечно, вы выиграете. О чем я? Вы же такие удачливые все. Да, и не начали писать в комменты, я неудачливая, Настя, что ты? Я сказала, что ты удачливый чувак, значит, ты удачливый. Все. Я тут босс, все слушают меня, так что да. И не надо со мной спорить. Все вы удачливые, все вы умные, и все вы самые-самые лучшие. Потому что... Почему? Потому что... Просто потому что я это знаю. Да, аргумент на аргумент, но... Это я. А следующая лошадка, которая тоже является призом в этом конкурсе, является классный конь Вернан. Да, тоже очень давно на меня был. Это самый обычный конь с печатью тьмы. Он уже как бы не может передать мать, но зато для коллекции. Мне просто кажется, что ему безумно подходит этот пейзаж. Кстати, давайте-ка мы его добавим, чтобы я его потом смогла легко найти в избранный. Очень он классный. Его Фрей нарисовал. Ну, так ладно. А мне просто безумно нравится сочетание вот этих вот темных, не знаю, облачных, страшных пейзажей с луной. И вообще, вот это кладбище. Да, мне кажется, ему подходит Вернан безумно. Не знаю, почему я так назвала, просто как-то на уровне интуиции.
Но мне он нравится, и вы тоже сможете его выбрать. А следующий просто очаровательный конь. Мне тоже особо не хочется с ним расставаться. Но, ребята, это конкурс. Тем более, у меня есть парочка копий этих лошадок. Ну, похожей масти. Это чудесная изяшка с набором гармонии и с философским камнем. Господи, что может быть лучше? Это мальчик. Его зовут Be Gentle, типа Будь снежен. Господи, как же это жутко звучало. Ну да ладно. Очень он классный. Во-первых, это Блэк. Во-вторых, тут есть котик. В-третьих, тут есть сердечки летающие. В-четвертых, это розовое море. Господи, что может быть лучше? Я не знаю. И поэтому эта лошадка, возможно, будет у кого-то из вас. Следующий конь, который является призом в моем конкурсе, его зовут Нацу. Это пятый элемент, тоже моего производства. Как какое-то время развозила теннисийцев. Ну, давно, тысячу, ну, как давно. В 15-м году, ну, в 14-м, ну, в принципе, в 15-м, ладно. На сельских прогулках создала аффикс intelligence tennis, типа умный, интеллигентный теннисийцы. Мне, кстати, очень нравится мой ник интеллект, и потому что от него можно создавать производные, типа, у меня КСК философское древо, у меня, значит, есть by intellect, аффикс у меня есть аффикс intelligence tennis, потом intelligence unicorns, что там еще, короче, intelligence, ну, круто. Типа интеллигентные теннисийцы, это вообще так мило. Мне кажется, им очень приятно находиться под таким аффиксом. Ну, в общем-то, такого чудесного огненного горячего коня вы тоже сможете выиграть в моем конкурсе, если будете участвовать в нем. Ну, все будут участвовать, потому что, блин, ладно, офигенно я объясняю, но об условиях конкурса попозже. И предпоследний, вроде как, лошадки является лошадкой Снежка, точно такого же аффикса. А Изичка с набором гармонии, безумно классная, очень мне нравится, как бы она уже тема Нового года прошла, но все равно, думаю, вам будет приятно получить от меня. И да, тоже она мне очень нравится, создавала ее, по-моему, с вами давно-давно, очень давно, когда еще даже через бандикам не снимала. Да, черт возьми, такое вообще старины, еще давно не видывали, но все равно она классненькая, и вам тоже будет приятно выиграть, я в этом просто уверена, 100%. Дэм. И вроде как последняя лошадка, или нет, ну вроде последняя, это Малахита. А фактически это три лошадки, потому что есть способ плотовитости, и она породы голландской теплокровной, очень она классная. В общем-то, да, вы можете выиграть, просто вот Малахита, не знаю, мне она нравится, потому что она похожа на Малахит. Да, и вроде как, ребятки, это все после... Да, вот, все, это все. И самое теперь интересное, это, в общем-то, условия. И как я буду все это выбирать? Чтобы принять участие в конкурсе, пытаться выиграть несколько лошадок, вот из тех, которых тут представлены. Вам нужно, первое, быть обязательно подписчиком моего канала, потому что если вы выиграете всех лошадей, но вы не будете подписчиком, извините, ваш выигрыш аннулируется, можно так сказать. Это как-то слишком, типа, строго так, типа, ваш выигрыш аннулируется, типа, угу. Ну нет, на самом деле, правда, если даже выиграете, то я ничего вам дарить не буду, потому что, черт, для подписчиков конкурс, вдруг какой-то вообще левый человек, который там, не знаю... Ой, в общем-то, ладно, главное быть подписчиком, поставить лайк к этому видео, написать в комментах «Я участвую» и ссылку на свою страницу в Ловузе. Или если вы по какой-то причине, не знаю, если у вас руки нету, черт, тьфу-тьфу-тьфу, ну да ладно... И вы не можете скопировать просто адрес своей страницы, то вы можете написать ник свой в логине, просто это будет скучно, нудно, и вы что-то выиграете, то медленнее получите свой приз. И, в общем-то, это все условия, а теперь как я буду выбирать победителя? Значит, сначала я перехожу на страницу какой-то лошади, например, вот этой, и думаю, ага, сейчас ведется розыгрыш на эту лошадь. Угу, вы уже таки готовитесь, настораживаете свои ушки, и вам уже интересно, кто же выиграет. Потом я перехожу на специальный сайт, и выбираю рандомный комментарий. И вот если человек, которого выберет рандом, наш святой, является подписчиком моего канала, поставил лосик и вообще крутой чувак, то я выберу эту лошадь. А дальше я даже перехожу на следующую страницу, следующей лошадки. Точно так же выбираю ей хозяина. И в принципе, ребятки, на этом было все, если вам было интересно. Господи, это конкурс, я привыкла, у меня просто уже на автомате эта фразочка вылетает. Ну да ладно. Не забывайте участвовать в конкурсе, можете позвать друзей, мне будет очень-очень приятно. И, в общем-то, это все. С вами была Насили, участвуйте в конкурсе. Скоро будут результаты, когда будет много участников. И, в общем-то, да, ребятки, давайте. Всем удачи, всем пока.